Всем привет, это Александр, город Салоники. Друзья, мы сейчас находимся в Халкидиках, местечко Каликратия. И я хочу вам показать, как выглядит место, курортное место Халкидики в зимнее время, в феврале. Хочу показать вам пляж, хочу показать этот городок. Из-за ветра такой небольшой ветерок есть, может меня плохо слышно, не знаю, но надеюсь вы меня слышите. Давайте я поверну камеру, вы посмотрите. Вот это местечко, называется Каликратия. Андрей из Украины, если ты меня слышишь в данный момент и смотришь этот ролик, то вот смотри, я хочу тебе показать место Каликратия курортное. Вот так, друзья, выглядит пляж зимой. Это у нас море. Вон там небольшая бухта. Ну, приближать не буду, зум не буду делать, потому что испортится качество, и я не хочу такую красоту портить. Вот у нас на берегу пальмы. Видите, пляж еще не чистый. Все грязно, здесь полно водорослей. И уже где-то через месяц, может два, наверное, муниципальные власти будут все чистить здесь. Приводить в порядок и готовить к пляжному купальному сезону. Друзья, должен вам сказать, что в этом месте один, то есть именно в Каликрате, один из лучших закатов вообще в Греции, я думаю. Вот это место, вон там бухта, видите, с рыбацкими лодками, такой небольшой заливчик, такой портик. И вот именно вот этот закат, друзья, один из самых лучших. А если вон туда наверх, на гору подняться, вон туда, на это место, оттуда вообще шикарный вид. Я, может, сейчас пойду пешком туда, возможно, я не знаю, не обещаю, но, может, поднимусь и оттуда тоже вам покажу. Вот это местечко Калисея. Каликратия. Калисея. Это у нас Каликратия. Вот у нас спасательные вышки, вышка вернее, пальмы, вон там бар один Genesis, очень хороший, очень популярный. В разгар лета здесь очень много народу, вот тут просто вот места припарковаться нет. Вот там в центре, видите, такой скверик, вот, это дорога для пешеходов, как бы, то есть машинам туда въезд запрещен. И вот именно вот эта центральная как раз улица. Вон там тоже наверху, вот на этом холме, видите, такой лесок, он хвойный лес, туда на эту гору можно подниматься, и открывается тоже очень хороший вид, прекрасный. Здесь вот, где вы видите вот этот пустой песок, на самом деле здесь делают кафетерии, такие вот, ну, помосты такие строят, как бы, и выкладывают именно столики, стулья, все красиво, освещение такое, музыку ставят, в общем, с навесами такими красивыми, зонтиками здесь впереди. То есть вокруг вот этого спасательной вышки, вот этой, вокруг везде зонтики, шезлонги везде, все, в общем, занято. Очень красиво на самом деле.
Вот так вот выглядит пляж и курортное место в зимнее время. Это у нас пирс. Давайте я пойду. Пойдем до края пирса дойдем, и оттуда я вам покажу кое-что. Так, пока временно выключаюсь, нажму на паузу и потом покажу оттуда вам. Вот я стою на пирсе, друзья. Я уже на пирсе. Покажу вам отсюда эту красоту. Слышите море? Слышите, как дышит море? Думаю, море прекрасно в любое время года, абсолютно, зимой, летом. Вон Адонис там минутки снимает, брат мой. Как заснимем, их тоже потом выложу. Друзья, должен сказать, что море кристально чистое. Давайте я вам покажу, если видно будет. Вот такое ощущение, посмотрите, как будто 2 метра буквально вот, вот здесь. Вот. На самом деле здесь глубоко. То есть для тех, кто думает, что здесь как бы, может так кажется вам, что здесь не глубоко, на самом деле я тут бывал не раз, и здесь довольно глубоко. И тот, кто не знает, он может легко ошибиться. Вот, и здесь тоже. Посмотрите, насколько вот-вот, рядом уже, да, как будто можно прыгнуть просто и метр, может там даже полметра. На самом деле это не так, конечно. Да, красота-то какая, лепота. Брызги волн несет ветер на меня. Я сейчас научусь скоро. О, самолет летит. Давайте я его тоже вам покажу. Вон еще. Так, выбирайте, хотите на кукурузник посмотреть или на пассажирский. Где он? Вот он. А вот они оба вместе сейчас. Друзья, напишите в комментариях, понравилось вам это место или нет. Очень интересно ваше мнение. Вот этот закат. Разве это не один из самых лучших закатов вообще, который вы когда-то видели? И слышали тоже. Потому что здесь можно и на закат смотреть и любоваться прекрасным, шикарным закатом. Еще и послушать море. Так, брат, кажется, меня сейчас снимает. Я тоже в минутку войду, наверное. Ну что, пока временно я остановлюсь, нажму на паузу, чтобы не затягивать. И потом, может, или туда, на этот холм, наверх поднимусь, как я вам говорил, вон туда. И, может, оттуда засниму что-нибудь. Или посмотрим, или уже будем заканчивать. Не знаю, там еще церковь есть, вот, не знаю, сюда видно, вон там, вот эта церковь. Очень хорошая церковь, я посмотрю. Если время будет, наверное, потом я засниму ее тоже и покажу, но это в отдельном ролике. В общем, друзья, как-то так. Не знаю, сейчас, может, в этом ролике засниму церковь или нет, может, добавлю еще что-нибудь. Если нет, в общем, спасибо за внимание. Вот, видите, от ветра ветер поднялся. Днем было очень вообще тепло, очень хорошо. Сейчас вот под вечер немного поднялся ветерок. Ну, я в легкой куртке по-любому, видите, да? Надеюсь, вы меня слышите. Вот, ну что, большое спасибо за внимание. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам этот закат. И на самом ли вы
я, кажется, брату мешаю. По минутке пишет, я ему мешаю. Ну вот, в общем, как-то так. Пишите обязательно в комментариях, буду ждать. Нравится ли вам этот закат, и будем голосовать. Является ли он одним из лучших? А в общем, давайте, знаете как, голосовать от 1 до 10. Сколько баллов вы даете этому закату? Вот этому закату, от 1 до 10. Пишите, буду ждать. Все, спасибо за внимание. Берегите себя и родных, и до встречи на канале.